Ребята, а достану я свою карту. Угадайте, какую. Бизнес. Ты снимать 20 рублей будешь? Ну да, почти. Почти 20. Мне нужно оплатить производство. Три цифры покажи на обертке. Тут вот есть какие-то цифры, я не понимаю, это оно? Ладно, шутка. Ничего я вам не покажу. Банкомат 20 рублей не вывезет? Кстати, такое может быть. Я, кстати, не знаю пин-код на этой карте. Это не шутка, я не знаю пин-код на этой карте. Так, пин-код. Никто не поглядывает? Не поглядывает, снять. Сколько максималка? Сколько минималка? Максималка. Квитя, нихуя! Ебать, комиссия! Охуеть! Бля, я сейчас сниму деньги, меня какой-нибудь стрим-снайпер пизданет. Сейчас деньги сниму, у меня стрим-снайпер пизданет какой-нибудь. Превышен ли мы? Превышен лимит снятия наличных сутки. Сеанс завершен. Да блядь! А как мне? Я хочу снять деньги. Я уезжаю. Не надо. Ну, еще раз. Давайте меньше попробуем снять. Снять. Да не надо 80. Снять. О! Нет, да. Ура! Работает. Никого нет. Да в смысле, конечно, это деньги, это не мои. Это не мои деньги, это на производство нужно оплатить, блядь. Вы думаете, Сашка, это деньги? Будут у тебя шарфы какие-нибудь в производстве? Будут у тебя шарфы? Я, кстати, хочу сделать шарфы. Нужно просто дизайн придумать. Неверный пин-код? Блять! Паленые деньги. Тут пин-код на экране все. Вот, мужчина какой-то лысый, подозрительно. Запомните лицо на всякий случай. Снять. Что он возле меня ходит? Превышен лимит снятия наличных. Бля. Все, я только 100 тысяч смог снять. И как если я купил за 5000 рублей, чтобы я мог снять больше денег? Специально, чтобы у меня был больше лимит, чтобы я мог оплачивать производство. Превышен лимит снятия наличных за сутки. Пизда. Все, это все, что я смог снять за сегодня. Вот. Ладно, видимо, наверное, это не хорошее дело так делать.